саженцы и рассады земляники «Садовая надежда», «Фрагария», «Ананаса» станут настоящей находкой для садоводов из-за очень крупных ягод, достигающих веса 16-17 грамм. Сорт со средним сроком созревания, рослыми и прямостоящими кустами. Ягоды имеют топоконическую форму, очень сладкие со светло-красной плотной мякотью и желтыми, слабо вдавленными семянками. Те, кто уже успел познакомиться с «Надеждой», отметили ее высокую урожайность и устойчивость к различным болезням. Благодаря своей хорошей зимостойкости, сорт рекомендован для выращивания в северо-западных и северо-восточных регионах. Земляника «Садовая надежда» – это многолетнее растение. Земляника прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола земляника «Садовая надежда» можно отнести к группе «Обыкновенные». Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает земляника «Садовая надежда» в месяц май-июнь. Цветок окрашен в белый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме яйцевидный. Земляника «Садовая надежда» имеет ранний срок созревания. Цвет плода красный. Вкус кисло-сладкий. Обратите внимание, что земляника «Садовая надежда» – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.